Ну, Михаил Михайлович, садись. Но только не падай. Андрей Андреевич дал. А кожа-то кожа. Жулечка. А шовчики. Смотри, как сделаны шовчики. А внутри. И внутри тоже. Были из змеиной кожи, а у тех были носочки кругленькие. Шедевр. Ах ты, боже мой. Не надо. Так, смотри. Там зимняя коллекция хорошая. Вот как ты любишь, знаешь, в английском стиле. Я бы на твоем месте сходил. Я-то вот те змеиные отложил себе. Завтра пойду, я не могу. Я не могу просто. Пойду куплю. Андрей Андреевич, ну не томи душу. Выкладывай, где купил? Лома. И там хорошая обувь. А я, ты знаешь, на той неделе тоже решил себя побаловать. И вот купил себе бартли из оленя. Да. А что ж ты? Мне даже ничего и не сказал. Не чужие ж люди. Вещь. Но я бы все-таки на твоем месте заехал. Парочку легеньких на лето. Нет, если ты советуешь, я обязательно заеду. А ты знаешь, у меня в доме одни мои ботинки стоят. Некуда деться от моих ботинок, но я приезжаю, если вижу хорошие ботинки. Не могу себе отказать. Нет силы воли никакой. Понимаю.